Андрей Николаевич, мировой кризис грядет или нет? Или опять пугают? Возможность сохраняется, и сейчас она существенно возросла, особенно вот в результате этих действий. Но надо иметь в виду, что этот самый мировой кризис или какой-то кризис в части мировой экономики, даже если он произойдет, в том числе из-за падения экономической активности, вызванной распространением коронавируса, или в том числе одновременно с падением цен на энергоносителей, а в самом этом факте содержится мощный инструмент для ускорения экономического роста. Снижение цен в два раза означает, что теперь издержки на производство снизились вдвое. Да, конечно, произойдет шок для бюджетов таких стран, как Россия, Саудовская Аравия, Венесуэла и прочие. Да, те, кто зависит от этих бюджетов, пострадают, вне всякого сомнения. Но для всего остального общества, для всей остальной экономики, это как раз очень мощный стимул для бурного развития. Для Украины это большой плюс. Украина является нетто-импортером энергоносителей все равно. Угу. Это значит, для Украины энергоносители будут обходиться дешевле. Издержки будут ниже, и значит, можно производить тот же самый объем продукции за меньшие издержки или за те же издержки больше объем продукции.